Ивановский театр кукол подготовил премьеру для детей от 4 лет. На сцене спектакль «Настоящий верный друг» по пьесе Софьи Прокофьевой и Генриха Сапгира. Это постановка о том, что настоящий друг познается в беде. Огромный слон утверждал, что именно он самый большой друг девочки, потому что маленькая бабочка, собака, короткий хвост и голубой колокольчик не могут быть настоящими друзьями. Ты видишь, какой я большой и сильный! Значит, я твой самый большой и самый верный друг. А я? Я тоже твой большой друг, девочка! Ха-ха-ха-ха! Поддержите меня, а то я упаду на землю от смеха. Да разве вы можете быть друзьями моей девочки? Но когда на девочку напал крокодил, большой слон испугался и убежал, а маленькие друзья пришли на помощь. В этом спектакле задействованы три молодых актера, выпускника Ивановского колледжа культуры, которые только начали свою творческую биографию. Среди них Геннадий Крестов. В спектакле он исполнил роль большой и злой собаки. Роль у меня первая, вот. Не особо большая, но все равно очень волнуемся, ответственно к этому относимся. Мы хоть и закончили уже в составе театра, но обучение также и продолжается. У нас еще очень много, надо еще чему научиться. И куда двигаться стремиться. Самый волнительный момент для режиссера – реакция зала на премьеру. Дети – самые взыскательные зрители. Их не обманешь, они не станут смотреть, если не интересно. И детский смех, как правило, самая высокая оценка. Не все, но во многом получилось, потому что мы слушаем реакцию детей, как они принимают участие в спектакле, все ли им понятно. Ну, кажется, что все они поняли, и это здорово. После спектакля, когда все волнения останутся позади, у актеров и у молодых, и у опытных продолжится кропотливая работа. Выступление на сцене – большая ответственность, и готовиться к встрече с маленькими зрителями нужно всегда очень основательно. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.